Единый социальный проездной билет – существенная мера социальной поддержки. Ею пользуются 35 категорий льготников. Инвалиды и участники войны, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий. Пенсионерка Нина Ивановна, экономя на проезде, за год накопила внуку на сотовый телефон. При этом женщина ездит на трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках, сколько захочет. Ну, иногда раза 3-4 в день езжу. 2-3 конца, вот посмотрите. Два вида транспорта, троллейбус, трамвай. Уже 30 и туда 30. 60 и еще 60, 120. И на 30 дней. Сколько будет? 30 с лишним. Вот только перевозчикам это совсем невыгодно. Они бы и рады помогать пенсионерам и возить ветеранов за гроши. Однако убытки никто не возмещает. По приблизительным подсчетам, жители Твери приобретают около 2 миллионов льготных билетов за год. У нас общая сумма компенсации для транспортных организаций индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров льготных категорий, составляет максимальная сумма 395 рублей в месяц за льготника. 395 рублей, в которые входит как раз вот 64 рубля, которые платит гражданин. Для примера, в Рязани ЕСПБ для льготников стоит 220 рублей. Причем компенсация одна из самых высоких. Полная стоимость билета 700 рублей. В Туле ЕСПБ стоит 300 рублей, в Брянске, где нет трамваев, 220. Методика расчета стоимости льготного билета следующая. По статистике, человек совершает 60 поездок в месяц. Стоимость проезда в среднем 15 рублей. Математика несложная. 60 умножаем на 15, получаем порядка 700 рублей. На деле тверские перевозчики за одного льготника получают в 2 раза меньше. С такими расходами общественный транспорт в Твери может прекратить свое существование, говорят в Автотранспортном союзе. Региональная энергетическая комиссия провела свою экспертизу или мониторинг, и по их расчетам общая стоимость единого социального проездного билета должна быть минимальная, там, 625 рублей. Цены на топливо растут ежегодно, и в течение года процентов на 15-20 растут. Инфляция есть. Запчасти, стоимость растет. Заработную плату водителям нужно индексировать. Предприятие терпит миллионные убытки. Добиваться компенсации приходится через суд. Предприятие «Горэлектротранспорт» добилось компенсации в 100 миллионов рублей за год. Жители нашего города относятся к перевозчикам с пониманием. Многие даже одобряют повышение цен. Нормально, хватит. Денежек пока прибавили, пенсию хватит. 64 рубля уж, как говорится, теперь не ахти, сколько это. Поэтому считаю, что 100 там или сколько вполне доступно. Я думаю, что для кого-то это будет ударом, наверное, для тех, кто мало, у кого маленькие пенсии. Они же для пенсионеров рассчитаны. Как вы думаете, это будет хорошо? Пока 64 откажемся. Можно попользоваться, а когда уже будет 5 раз или в 10 дороже, зачем? Это лучше на маршрутке ехать. Да, на маршрутке выгоднее тогда. Повысится. У нас все, продукты повысились, ну и пусть повышается. Конечно, будет выгодно, все равно будет выгодно. Если 10 раз туда-сюда в церковь, и то уже сколько раз ездишь. То есть это будет, если 5, он 10 раз, 400, да, 64, да, 600 рублей, да, может, и в 10 пойдет, 10 будет нормально. Возможно, проблему решит персонифицированный учет пассажиров и введение электронных билетов. Это позволит определить, сколько раз тот или иной человек пользовался транспортом и какие убытки понесло предприятие. Повышать или не повышать тарифы на ЕСПБ решит правительство Тверской области.